здесь много патриотики. Я очень много пою патриотики в России. Здесь я ее стараюсь поменьше петь, потому что вам и так досталось этой патриотики с головой. Вот. Но все-таки нельзя не вспомнить наших дедов, нельзя не вспомнить то, что недавно было 9 мая. Ну, как я говорю, такие песни надо петь не только 9 мая, а всегда. Песня называется «Гимнастерка». Гимнастерка прошита на вылет насквозь, а на небе ни тучки не видно. Не помог, не сберег старорусский авось, от того же по-русски обидно. Не помог, не сберег старорусский авось, от того же по-русски обидно. Вот чудом рассвете, что свинцовая пуля холодный металл, лишь конец преждевременной смерти, что свинцовая пуля холодный металл, лишь конец преждевременной смерти. Прощаться, то ли слышится грозно клокочущий гром, то ли взрыв, не могу разобраться, то ли слышится грозно клокочущий гром, то ли взрыв, не могу разобраться. Гимнастерку уже с ней столько пыли впитали дорожной, то ли где-то устала свистит соловей, то ли воют снаряды тревожно, то ли где-то устала свистит соловей, то ли воют снаряды тревожно. Спасибо.